Всем привет, друзья! Приготовим десерт. Очень вкусный, летний. Такой десерт я готовила на свой день рождения. Я буду использовать шоколадную розовую глазурь. Растопила я на водяной бане. И будем сейчас смазывать бумажные эти стаканчики кисточкой. Шоколад покроем первым слоем, поставим в холодильник. Застынет, и потом уже можно вторым слоем. Приблизительно на 15 минут. Потом беру края чуть-чуть почищу и вынимаю стакан. Шоколадный стаканчик. Вынимается очень легко. Такие стаканчики можно сделать заранее и держать в коробке какой-нибудь. Эти стаканчики можно использовать второй раз. Сейчас я буду также поступать и с темным шоколадом. Есть такой способ. Заливаем шоколад в стакан, не до верха, и переворачиваем, встряхиваем, и вытекает шоколад лишний. Подготовьте какой-нибудь противень, застелите пергаментом и переворачивайте наши шоколадные стаканчики. И можно поставить их в холодильник. Также первым слоем сначала можно покрыть кисточкой и поставить в холодильник. Оно быстро застывает, и уже второй раз вы можете покрыть, но не покрывайте дно стакана, потому что дно все-таки толще, чем бока. И снова поставьте в холодильник на минут 10. После я уже ножичком чуть-чуть вот подчищаю бока и вынимаю стакан наш. Вот такая получается у нас заготовка. Эти стаканы можно повторно использовать. Закрываю я все в коробочку и уже потом буду заполнять наш десерт. Крем у меня будет очень вкусный. Беру сливочное мягкое масло. Чуть-чуть забью, добавлю сгущенное молоко. Вареное, конечно. Сама варила 3 часа. Забьем, добавим ванили. И добавлю взбитые уже сливки. Вот в этой коробочке продаются готовые в магазине. Добавлю их крему и еще раз забью. Ну, вот такой у меня крем получился. Заготовка у меня из шоколадного бисквита. Будем делать прослойку из манго и малины. В описании под видео я опишу, как я делала. Итак, наши стаканчики готовы. Можно заполнять. Я вырезала заготовку по размеру нашего дна. И разрезаю пополам и кладу на дно. Далее идет у нас варенье из малины по одной или полторы чайной ложки. Потом крем. Ну, крем очень вкусный, друзья. Дальше я сверху положу бисквит. Чуть-чуть придавливаем. И тогда уже можно дополнить варенье. Я шоколадный бисквит взяла чуть-чуть, превратила такую вот в кружку. И уже сверху я посыпаю. Таким образом я заполняю и розовый стаканчик. Но здесь уже начинка будет из манго. Манго у меня было замороженное, уже вот такое порезанное, мелко, кубиками. Я разморозила, добавила чуть-чуть сахара и проварила минут 5. И дала остыть. И вот это наша начиночка готова. Очень вкусная. Друзья, а это я черный шоколад на терке крупной натерла и посыпаю уже сверху. Можно, конечно, оставить и так, но я буду украшать шоколадными цветочками, которые я делала на днях. И
Можно также добавить листик мяты. Вот так получилось у нас очень симпатично. Всего вам доброго. До свидания. Ставьте лайк, если вам понравилось. До новых встреч!